Так, пора бы нам заняться уже и прической, да? Давайте выберем вот это вот все. И скажем, что это будет у нас shift, да? Во-первых, да. Во-вторых, мы ее отделим. Selection. Вот оно будет у нас. Далее можем выделить это вот и пойти в новый модификатор solid. Что такое? Solid. И здесь включу вот этот ру. Хорошо. Смотрим теперь дальше. Edit mode. Теперь здесь. Давайте солид перебросим наверх. Давайте еще теперь выделим, допустим, вот это ребро сбоку смотрим и тащим его вниз. Еще раз Е. И чуть сдвинем ее. Отлично. Теперь вот это вот. Так, к сожалению. Ребят, подождите. Не сработало немножко. Я забыл, что надо нам делать зеркальные эти вещи. Это так и потянули вниз. И так. Дальше еще раз Е и двигаем по Z еще раз. Так, теперь здесь уменьшаем тут чуток. Так вот. Так вот выглядит это. Так, и теперь берем вот этот. Начинаем тоже двигать. Еще раз Е.
Вот такую делаем пока что прическу, пока еще вот такая. Так, подождите чуток. Так, ну а теперь мы можем перейти, выделить это. Так, и перейти в режим скульптинга. И тут взяв, где у нас граф? Вот граф. Можем немножко поправить тут. Вот так вот. А это прижать сюда. То же самое здесь. Перейти снова в объект мод. Далее давайте сделаем мы шишку ей. А вот тут мы что-то... Да ладно, пускай будет. А ну-ка. Сможем у нас код. F. Ну ладно, пусть пока будет такая. Мы сейчас возьмем свою шишку, сделаем. Так, это будет сфера. Мы ее наверх ставим. Полотно. Уменьшим, естественно. S. Так вот. Сбоку смотрим, где. Куда зубы-то пропали? Так, так, может быть, чуть меньше. Так вот. Смус. И возьмем сейчас еще один торс, подтянем его сюда, шипа зато.
Откуда здесь взялась эта штука? Надо ее удалить. Все. Так, ну а здесь, естественно, сейчас мы будем красить. Да. Так, какие у нас там цвета-то есть? Вот этот материал. Так. Далее нам надо вот это в голубое превратить. Ну, у нас такого, по-моему, нет или есть? Есть у нас такой материал. Ну да ладно. Голубое. Голубое вот так вот. Так, рот у нас будет розовый. Язык красный вот так. Волосы будут, наверное, черные. Нет у нас черного, да? Добавим сейчас. Так. Вот это вот тоже черное. Где черное? Сейчас только его сделал. Странно. Ну, и это какой-нибудь красный у нас есть? Есть. Вот этот красный будет. Так. Ну, последнее, наверное, надо это здесь. Нет, мод. Так, как же так придумать, чтобы вот эти не красить? Красить только эти. Так, зубы надо убрать. Вот что надо сделать. Действительно. Так. Перейти вот сюда. Да, тогда нам будет легче. Этот и этот. Вот. Вся эта ротовая полость. Так. Нам надо ее покрасить. Новый цвет. Вот так. Сказал, я сижу. А этот отсюда убрать. Убирается, ну ладно. Так, теперь зубы поставить на место. Не знаю, надо ли уши ставить. Может быть, и не надо.
сейчас подумаю, поставлю или не поставить. Ну, во-первых, брови точно надо, да? Меж. Yep. Маленькие S. Так, и теперь эти брови. S разделим, S по X еще двинем. Так, далее возьмем вот это и уменьшим S. Так. А теперь можем спокойненько применить к ней модификатор Subdivision. Разделить на 4, 4. Так. Далее. G. Нет, так не пойдет. Давайте выберем вот эти. Да, можно с вами вот. Вообще неплохо бы сохраниться. Вот, теперь нам нужно будет вот эти. Вот это и это. И G. Так, теперь это. G. И G. Так, далее вот это и это должны пойти сюда. Вот так загнуться. Вот так, да? И встать на место. Дальше G по Y. И, естественно, R по Z. И еще раз G по Y. Сюда выведем. Отлично. Так, уберем все ее трансформации. И скажем Mirror. Вот сюда. А, так, смус, отлично, и черным покрасим. Да блин, нет. Почему я не могу дальше пойти? Вот он черный. Ухи надо сделать все-таки, хоть небольшие, но сделать. Правильно. Так, с глазами немножко не то. R. Объект Set Origin 3D курсор. Геометрия. R. Сюда.
И опять Set Origin 3D курсор. Вот так. В чем дело? Все. Стало. Ну и ухи. Так, нам нужен цилиндр. Mesh. Цилиндр. Мы его переворачиваем. R по X на 90 градусов и уменьшаем. Так вот. Поднимаем Z, S, X. Опа. Говорим S, Y. Сжимаем вот так. Выводим. Держи по X сюда. Так, и уменьшаем еще S. Вот так вот. Да? Да, я думаю, как раз. Такая ушастенькая немножко будет подружка. И двигаем ее. Еще раз и же Y сюда двигаем. Так. То же самое делаем здесь. И здесь сделаем кнопку R. Так. А дальше применяем к нему модификатор Subdivision Surface. И, скажем, 2. Smooth. И применяем к нему цвет уши. Так, вот. Ну, теперь надо ставить. Сверху смотрим. G. G. Так. Немножечко R развернуть. Так. И... сдвигаем сюда. Так, ну давайте еще вот так немножечко сделаем, да? И R по Y. Так вот. Так, и G. Туда. Теперь удаляем все ресеты. Говорим Mirror. Получаем еще одно ухо. Ну, вот такая подружинца.
x. Можем чуть это расширить. Можем. Чуть-чуть бедра тоже. Так, и вот тут бы нам чуть шею. Потоньше сделать, да? Так не пойдет. Вот шею потоньше, вот так. И руки такие можем делать. Ой-ой-ой-ой. Так вот она будет летать. Ну, это чересчур, конечно. Все, дорогие друзья, на этом мы закончили нашу первую куплю-муклю.